расположено здание 15 века Палейс Грундхюзе. Сейчас это музей древнего прикладного искусства. Господа Грундхюзе имели право на продажу грута. Это смесь из 7 пряностей для пивоварения, которая в 17 веке была заменена хмелем. Европейский колледж – учебное заведение для аспирантов из Объединенной Европы. Окна отеля «Де Тюильри» сделаны из венецианского стекла Мурано. Красивый вид на Белфорд. Это 83-метровая башня, расположенная на центральной площади города. В башне 366 ступенек и 47 часов весом около 27 тонн.